За прошедшие 3 выходных дня на территории республики было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Из 26 пострадавших 5 это дети. 11 июня около 18:35 на 113 километре автомобильной дороги Елабуга-Пермь, это Малопурдинский район Удмуртской республики, 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» по неустановленной пока причине выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с 2 микроавтобусами «Мерседес» и микроавтобусом «Фольксваген». В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 56-летний пассажир получили смертельные травмы. 3 детей, которые находились в микроавтобусе Volkswagen, это мальчики в возрасте 10, 12 и 15 лет, получили травмы. 2 из них до сих пор находятся в медицинском учреждении, 1 после оказания медицинской помощи отпущен домой.